Всего за сутки в крае потушено 10 лесных пожаров на площади более 1000 гектаров. Об этом сообщают в Краевом лесопожарном центре. Очаги ликвидированы в Ивенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах. Однако, как говорят специалисты, новые пожары возникают стремительно. Причем зачастую вблизи дачных сообществ по вине местных жителей. Ситуацию осложняет и засушливая теплая погода, которая установилась на севере региона и не свойственна этому периоду. На данный момент в крае действует 21 лесной пожар. Большая часть возгорания зафиксирована в наземной зоне. В тушении принимают участие более 390 человек. В процессе задействовано 45 единиц техники, 10 воздушных судов. Ситуация полностью под контролем. Угрозы населенным пунктам нет. Однако в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Жители призывают не разводить костры и не сжигать мусор и сухую траву.